В Краеведческом музее имени Воронина подвели итоги конкурса «Кукла в национальном костюме». Организатор городское управление образования привлекло к конкурсу 25 школ Саранска, более 130 участников. В итоге получилась выставка из более чем 40 кукол. Их сделали в различных техниках – вязаные, бумажные, текстильные и в разных костюмах – русском, макшанском, мордианском, татарском и костюмах других народов, проживающих в Поволжье. В течение почти двух недель, пока длилась выставка, в музее проводили мастер-классы. Желающих учили делать кукол из глины, соломы и соленого теста. Сегодня подвели итоги конкурса, наградили победителей и призеров. Но главное, чего хотели достичь организаторы – научить школьников любить культуру региона, в котором они живут, и понимать историю. Мы приобщаем детей к истории, культуре своего народа. И вот именно этот конкурс показывает, мы углубляем знания детей, показывает, что насколько они интересуются историей своего народа,